Два автомобиля, в том числе и полицейский, повредил грузовик на одной из трасс Кустанайской области на установленном там блокпосту. Как сообщает комендатура региона, по факту ДТП в Миндогоринском районе начато административное производство. Вечером 11 января на 60-м километре автодороги Кустанай-Мамлютка 45-летний водитель большегрузной автомашины марки «Вольво», подъезжая к блокпосту, совершил столкновение со стоящей на обочине дороги служебной автомашины «Джак», а также стоящим автомобилем «Лада Гранта» с прицепом. В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту в отношении водителя для грузовика составлен административный протокол по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества». В комендатуре Кустанайской области отметили, что ДТП связано с причиной неисправности тормозной системы. Захвативший во время массовых беспорядков военный КАМАЗ мужчина задержан в Алматы. Им оказался 27-летний житель города Кибастуз Павлодарской области. Установлено, что фигурант также имеет причастность к фактам мародерства. У него было изъято гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами, которое было похищено из оружейного магазина. Еще несколько стволов и боеприпасы, добытые преступным путем, изъяты у троих других людей. В Алматы задержана и группа молодых людей в возрасте от 21 года до 27 лет, двое из которых девушки. В центре города подозреваемые делали наркотические закладки. На квартире, которую они снимали, обнаружен изъят синтетический наркотик, расфасованный для розничной реализации, а также цифровая техника, добытая фигурантами преступным путем в ходе мародерства. Это два процессора и монитор от компьютеров, ноутбуки, телевизоры, проекторы, клавиатуры, шлем для виртуальных игр, вещи, а также воинская амуниция. Подозреваемые взяты под стражу. Их личности проверяются на причастность к другим противоправным действиям. И подозреваемый в ограблении торгового центра задержан в Шымкенте. 5 января во время массовых беспорядков в ночное время они, разбив окна и двери, незаконно проникли в помещение и похитили из бутиков различные предметы. Деяния зафиксировали камеры видеонаблюдения шымкентского ЦОУ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в причастности к преступлению в одной из съемных квартир задержаны 4 гражданина. Ими оказались жители Туркестанской области 20 лет. У них изъяты товары, похищенные из торгового центра. Кроме того, сотрудниками управления полиции Альфа-Рабинского района в ходе оперативных мероприятий задержан еще один 27-летний мужчина, совершивший кражу из торгового центра. Похищенные вещи он спрятал в комнате отдыха автомойки, где работал. Помимо похищенных товаров, в комнате был обнаружен пакет с наркотиками, а также кастет. В настоящее время по фактам проводится расследование. Все подозреваемые задержаны.